Канал «Топгол» представляет результаты 8-го тура чемпионата Франции и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Реймс принимал лидера Лиги 1 – Монако. Защитные порядки хозяев дрогнули перед перерывом и сразу после него. От сухого поражения Реймс ушел лишь благодаря удару с точки – 1-3 и падение на 2 пункта. Четвертое место. Брест также опустился на 2 строчки. Потопила пиратов с побережья Атлантики – Тулуза. Победного счета она, правда, не удержала, Брест отыгрался в самый последний момент 1-1. Третье место – Пари Сен-Жермен. Килиан Мбаппе и его команда с надеждой на успех наведались в Ренн, где одноименная команда действительно в итоге капитулировала перед парижанами. Гости выиграли со счетом 3-1. Второе место – Ницца. Мец не смог нанести первого для команды с лазурного побережья поражения. Напротив, Ницца забила быстрый гол и удержала победный счет 1-0. Первое место. Монако. Манегаски доказали неслучайность своего лидерства в матче с Реймсом. Виссам Бен Йедер по-прежнему стабилен. Он забил третий гол Монако. Победа княжеского клуба 3-1. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.